В распоряжение нашей редакции попал проект нового здания ЦУМа, одного из знаковых объектов в Барнауле, символа центра краевой столицы. Речь о его преображении уже поднималась в прошлом году. Тогда в сети горожанам показали эскизный рисунок. Сейчас данных гораздо больше. Это будет 18-этажное здание, часть этажей из них отдадут под отель, остальное под магазины, что есть сейчас, а также ресторан, спа и спортзал. И для центрального универмага за всю его почти 60-летнюю историю это будет самым значительным преображением. Мы решили показать проект горожанам и узнать их мнение. Зданию ЦУМа почти 60 лет, и его появление было знаменательным. Тогда впервые после войны были снижены цены на продовольствие и промтовары почти в 6 раз. Росла покупательская способность, а торговых площадей катастрофически не хватало. Так ЦУМ и появился. Здесь, кстати, сразу применяли прогрессивные методы торговли, например, самообслуживание, товары в кредит. В 80-х здание художественно оформили, территорию рядом озеленили. В конце нулевых здание потеряло прежний лоск, поэтому ЦУМ обтянули строительной сеткой, приступили к работам, которые затянулись на 4 года. В 2012-м его преобразили, здание отремонтировали, а его фасад вписали под гостиницу «Центральная», которая находится рядом. В таком виде он и существует сейчас. Но по новому проекту его вид может кардинально измениться. Что думают об этом барнаульцы? Стоит оставить ЦУМ в таком виде, в каком он есть? Нет, это безобразие. Конечно, коробка какая-то уродская. Да. А чем новый проект вам нравится? Ну, вообще, когда что-то строят, что-то новое. Ну, единственное, в эскизах не хотелось бы видеть просто какие-то ровные углы, прямоугольники и так далее. Хотелось бы больше яркого чего-то интересного. А вот такие коробки, которые у нас по городу стоят, это стрёмное зрелище. С парковкой здесь проблема. Это сейчас вот есть еще места свободно, просто утро. Я думаю, с парковкой надо будет что-то тут подумать, может быть, сделать в здании парковку и так далее. Это подземная будет. Да, ну, я думаю, что это уже плюс какой-то, да. Угу. А так или иначе, большие города растут вверх, окраины, конечно, малоэтажные, а центр должен застраиваться, прежде всего, скорее всего, высокоэтажными и практичными зданиями. Тут в час пик очень мало парковочных мест, иногда не хватает. И то есть парковаться где-то... Ну, тут у меня недалеко мой корпус находится, и парковаться очень трудно иногда. А как вы думаете, вот этот новый проект, какие проблемы он может решить, какие есть сейчас у нынешнего ЦУМа? Проблемы? Ну, сейчас, наверное, основная проблема того, ну, ЦУМа, то, что сюда не едут целенаправленно. То есть тут нет такого большого разнообразия магазинов, фудкортов. Здесь просто, ну, кто мимо проходил, тот и зашел. Чем нынешний ЦУМ, ну, так не устраивает, на ваш взгляд? Ну, смотря на это здание, не скажешь, что это ЦУМ. ЦУМ как бы, слово такое еще, элитное, как бы. Но какой-то обычный заезженный торговый центр, вот этот вот. И как бы центр города нужно, чтобы соответствовало. Негде вообще студентам гулять. Даже те, кто не из Барнаула приезжают, а из других городов, вот они могут только вот тут по Ленина и все. А тут, если ЦУМ сделают новый, ну, будет еще одно место, где можно будет сидеть. При этом это на улице, да? Да. Существующее, оно, в принципе, не очень удобное, но маленькое. И как бы для центра города можно что-то побольше. Тут невозможно заехать инвалидом, тут скользкие ступеньки. Я сама на них чуть не падаю зимой, а я как бы молодая, здоровая. Тут постоянные лестницы, толчья вот тут на входе вечная. Просто не организован вход нормально. Ну, он, наверное, в 64-м году. Да, он просто не был приспособлен под такие объемы, под такую проходимость людей. Судя по представленному эскизу, это то, чего Барнаулу крайне не хватает. А чего именно не хватает? Хорошо выраженного, яркого вообще, вот, общественного пространства и современной архитектуры. Все-таки большинство торговых центров, которые строятся, это обычные такие стандартные типовые коробки, направленные вот только на то, чтобы там находились магазины. И в то время как там весь мир идет все-таки по пути тех же торговых центров, как некоторых мест притяжения для горожан. Я думаю, что стоит дать шанс новому, потому что это не историческое здание, а учитывая, как относится к центру Барнаула и старым постройкам. И, ну, я думаю, что здесь будет лучше, если мы дадим возможность сделать какой-то классный отель для тех, кто приезжает в наш город.
Ну, по примеру Москвы просто. Сейчас я живу там, да, и, ну, я думаю, что это был бы хороший опыт для Барнаула. Город растет, я вот из Новосибирска приехал, а сейчас там все в 25-этажках практически. Вот рядом у нас шпиль маленький, рядом новый шпиль большой построился. Город растет, вверх надо расти. По мнению опрошенных горожан, новый объект будет не только красивее и стильнее, но и решит насущные проблемы, с которыми здание ЦУМа сейчас уже не справляется. Среди них новые парковочные места, туристическая привлекательность центра Барнаула и новые общественные пространства.